дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофе, Фреш, Клэн, Сэнтифай. И сегодня мы по-прежнему продолжаем играть в Крокодила Онлайн. Тебе нужно там рисовать, тут это все. Ну вот, пацаны, короче, здорово, дедово. Че, кого, бро? Четыре буквы, пацаны, четыре буквы. Как думаете, что это? Может быть, Asus? Ну, как говорят, я не знаю, но вдруг, сейчас, прикинь, Пуск! Как это было легко, однако, да? Ребят, как вы помните, в прошлой серии Толя выиграл, и я в серии сказал, как думаете, кого не будет. Боже, Толя не будет звать. Вот, и как видите, нету и Лёши, и Доли, поэтому вы правильно угадали в комментах. Как бы я читал. Так, ладно, я рисую, пацаны, смотрите, это у нас вот такой. Что лысый, я лысый. Так, потом, смотрите, здесь стоит у нас вот такой вот чел. И у него, короче, в руках вот такая. Ну, это, конечно, она не таких размеров, как бы, да? Но вы поняли, как бы, да? Вот. Я уже у него может быть либо это, либо... Не-не, ждем, нормально. Либо... Давай. Вот так вот, короче, вот. Ну, я, в принципе, все нарисовал, пацаны, вы должны были... О! Молодец. Ну, это, Олег, слово очень долго шло. Ну, я знаю, Андрей, я знаю, поэтому... Просто, ребята, у нас сегодня небольшие технические неполадки, у нас что-то с игрой... Это не у нас, это у игры. Ну, точнее, у игры, да, тут... О, пошел процесс, отлично! Это... Кувшин? Нет? Ваза? Это ржешь. Груша. Яички! На-н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 а. Яички. Картошка, не? Так, вот, может быть, кегли? На что похоже, быстрее уже можно догадаться, господи. Да я... Что тупить, я не понимаю. Что? Быстрее, я пока не дорисовал, я тебе даю шанс. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, Ура! В смысле, я только что написал лампу, да почему? Да блин! Ну! Моя награда за то, что я такой охуенный рисунок. Ой, да, что ты говоришь, Андрей, а? Я самый лучший художник. Ага, да. Все. Давай, Макс, давай. Нарисуй что-нибудь красивое, что-нибудь такое, за что зритель по-любому поставит лайк. Это был намек, ребята, кстати. Дождь? Да. Я даже не успел ничего написать. Ну, блин, тут нужно очень быстро писать. А я начинаю, когда нужно что-то написать очень быстро, я начинаю нервничать, я промахиваюсь в буквиатуре. Я не задеваю клавиш, которые нужно задевать. Так, ладно, Паша. Не задеваю клавиш. Ваша. Да я снова проигрываю. Не, пацаны, эта игра точно не для меня. Все, давай. Так, 10 секунд прошло, и рисунок у нас пошел. Дайте репорт на Олега, заблокировать Толю. Ну, какой пистолет, Макс? Это разве на пистолет похоже? Да! Это, пацаны, все, видите, я шарю. Я вместо дробовик жробовик писал. Так, смотрите. Жировик. У нас, например, вот так вот, потом вот так вот, потом здесь. Ну, это старт либо финиш, мы написали. Нет. Но это, если что, не человек, это кубок, вот. Вот, ну что это такое? Вот тут у нас, типа, чемпионат. Ну, возможно. Ну, наконец-то, кто-то догадался! Ну, Паша был первый. Пока не скажешь, не пойму. Андрей, тебе там какое-то хорошее слово попалось, раз я так посмеялся, или что? Ага. Это что? Это... Что это такое? Это жопа. Ну, знаешь, Макс, по-моему, на это все-таки не похоже. Какая формула? Андрей, ты нормальный вообще человек. Алкаш. Ой. Алкаш. Ну, допустим, неважно, что. Мягкий знак в конце. Ну да, я кофе, да. Это же Да я случайно добавил рядом. Ну, это что-то спиртное, скорее всего, да. Но он сделал его. Что он сделал? Самогон. Самогон, не. Какой не... самогон? А что он может... взял и выпил это. Что это? Что он сделал? Что он выпил? Что? Ой, Андрей, тяжело что-то как-то. Глоток. Бля. Да блин! Не успел! Вот просто секундочку бы еще! Секундочку и успел бы! Ну как так?
Кстати, ребят, кто заметил, я подстригся, поэтому лайк за это. А, я подстригся! Не, ну в комментах писали, подстригись уже, наконец-таки. У тебя комплекс, Олег, что ли? Ты боишься, что не заметил? 20 тысяч лайков, я приеду к нему домой и этот, еще бан поставлю. Так, подожди, это дорога. Олег, приезжай, тебя на лысо подстригу. Ага. Ой, я чего не сломался. Бывает, да, Андрей. Там... А, ну ты тут, тут... О, да, блин, о. Вот в прошлый раз, когда у нас было примерно похоже, я писал сразу два варианта: тоннель и туннель, потому что бывает и так, и так. И понятно, короче. Че по очкам у нас? А, ну понятно. Паша на первом месте, 80 очков. Ну понятно, ребята, ну понятно. Я... Подожди. Сразу все по учителям пошли, да? Да! Ду-ду-ду! Ну, наконец-то! Ну, тут была уже игра на скорость, понимаете, пацаны? Так, Здесь опять тупые дороги, дорога, дорога, дорога! Ну, а как ты хотел, Андрей, скажи, пожалуйста, а? Ну, допустим, это... Ну, допустим, это машина, я просто куда-то... Короче, это вот так, не обращайте внимания вот на это, да? Так, смотрите, это машина. Я столько слав написал, дофига, и там, блин. А, я тоже перекресток написал. Вот, ну наконец-то! Вот! Блять, я светофор написал 30 секунд назад, 30 секунд назад. Ну вот, Андрей, я уже вот видишь, ну зато выиграл уже, что-то выпендриваешься, ты скажи, а? А, Андрей снова выбирает. Пацаны, осталось 5 раундов, 4 раунда отыграть. Уж давайте потерпим эти лаги, как бы. Но Андрей рисует хорошо, поэтому мне кажется, что буквально через пару секунд мы все поймем. Не, не хочу. Возможно, поймем, что это такое. Не, я думал, это с побегом связано, типа пробоина. Да блин! Я написал просто мойка! Я написал просто мойка! Паша! Смотри, что мы с тобой написали! Дом, ЖК. А почему написал дома? Можно написать дом, спасибо большое. Мэрия. Мэрия. Ой, мэрия. Так, ри. Рис. Ресторан? Стучу. Так, подожди. Ресторан. Я ну что-то вот. Не... Ну, это что у нас? Как это называется? Заведение. Молодец. Да! Вот это я даю, пацаны, жара сегодня в скобочках нет. Так, ладно, кто следующий? Ну, Пашу уже не догнать. Осталось 3 раунда, и типа Пашу тут вообще никак не догнать. Давайте его кикнем, давайте жалобу на него. Да не! Да давай по угару, ничего не будет. Я репорт на него кинул. Да не, я кидать на него репорт. А, вы больше никогда не попадете в игру с этим пользователем. Да, конечно, блокируем. Мы же больше не запишем серии по этой игре, вы что, вместе-то? Хорошо. Ага, хорошо, конечно. Где мое слово крыса, которое я написал? Да это уже точно не это, там 7 букв вон в слове. Что, глупые? Где медведь спит, сука? А! Пожалуйста, 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 пожалуйста. Берлога. Да берлога, это понятно. А, бля. Сейчас самое главное, чтобы я не допустил ошибок в слове и правильно написал, и не промахнулся. Ну, пожалуйста. Да, бля, там... Так, просто... ладно, подождем, подождем, подождем. А прикинь, не успеет время там смотреть. А, реально, смотри. Да! Успел! Успел, 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 успел. Так, Паша... Не, я все равно Паша уже не догоню, это точно. У нас уже очень большой разрыв. Так, кто следующий рисует? Опа, иди сюда. О, пацаны, давайте я вот так просто напишу, чтобы было проще. О. Конструктор, я бы даже не хочу писать, мне лень. Да в смысле? Да напиши слово, Андрей! Да уже Паша в любом случае написал. Лего, Лего. О, все правильно. Блядь, да в смысле я первый написал? Не, он у Паши прогрузилось быстрее. Послушайте, это я написал. А, кто сейчас прогрузил? Это охуенная игра. Да ладно, не, ну сегодня что-то просто серваки лагают тут, походу, поэтому... Не только мы, возможно, сейчас одни играем в эту игру, да, поэтому... Да, 4 человека одновременно и играют. И, кстати, сейчас будет последний раунд. Сейчас будет последний раунд, кто у нас рисует картинку. Ну тут уже, как бы, в принципе, Андрей, и так... Наверное. Как бы по очкам понятно, Андрюш, кто Паша. На каких местах. И Паша Андрюш, по-любому. Очка. Все, и на первом, я на втором, Андрей на третьем и Макс на четвертом. Да-да-да, рот. Давай рисуй уже быстрее, Андрей. Че будешь рисовать?
Может, сразу слово напишешь? Не, не хочешь? Слово замерхуёвый, конечно. Как сложный круг просто нарисовать здесь. Так, оп. Блядь, ну как так можно тупить? Да смысле тупить, как? Циферблат? Типа его написано. Ну вообще это больше реально похоже на колесо фортуны. Вот прям. Есть такая игра, блядь. А, бля, я не помню, как она называется. Ох, я не буду даже. А я, там, короче, цвета, ты там руки, ноги ставите. Да, 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 да. А, блин, а как она называется? Вот Тизер! Реально, блин, я забыл про название этой игры вообще. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И вы поставили обязательно лайк, и обязательно напишите, что мне приятно в комментариях. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофи Клэнс, Сентифай и Фрэш. Не забывайте подписываться, все полезные ссылочки находятся вот там, вот в описании. Вот, обязательно загляните туда. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. До скорого. Пока-пока.